Чего ты? Иди добывай еду сам. Дети, конечно, быстро растут. Дрозды только-только были маленькими, а уже учатся сами есть. Обратите внимание, классика жанра в вороньем гнезде. Дрозд взрослый набирает еды в миске и бежит, бежит, смотрите, бежит кормить детей. Вот это маленькие детки совсем там сидят, которые помладше остальных, остальные постарше, а эти маленькие. Вот, и взрослый дрозд берет над ними опеку. То есть у нас такая вот ситуация каждый год. То есть каждый год кто-то из дроздов обязательно работает нянькой. Так что даже те, кто, ну, по причинам травм не может жить в природе, они, по сути, отрабатывают свою еду каждое лето. Кого бы еще покормить? Кого бы еще покормить? А вот кого бы покормить. Умница. А вы чего тут пришли? Вы чего пришли? Вы пришли у меня еды клянчить? Идите сами уже добывайте. Сами. Сам-то поешь. Привет. Привет. Что это такое? Что это такое? Птица. Главное не сесть ни на кого. О, боже, вольер психологической разгрузки.
посадили тут папоротники, короче, не знаю, прервутся они или нет, но вообще посадили мы их, они еще были не распущенные, а сейчас они распустились. Так что в целом у меня есть некие надежды. Чихпыхаются тут, понимаешь ли. Да хватит! Оставь женщин в покое. Тебя вижу. У нас очень много драконов живет на участке. Привет. Красивые эти зеленые ящерицы. Прыткие вроде они называются. Да? Не выйдешь? Или ты подозрительная? Подозрительная тетка. Приносишь им насекомых, всяких сверчков, овощи, орехи. Что мы едим? Правильно. Ом-нам-нам-нам, мучник. Маша, когда приезжала, Маркина в смысле, сказала, что чайке нужен вольер с водой. Ну, типа водный вольер прямо. Не купалка в вольере, а прямо вольер водный. И тогда только есть шанс что-то из нее вырастить приличное. Не знаю, в общем. К чайкам ее, к сожалению, не выселить. Потому что там крупные чайки есть, которые могут крачку, в принципе, засосать целиком. Хватит жрать мучника, ешь сверчков. Что это такое? Чиби. Мы здесь тоже всякое посадили. Здесь малину посадили всякие. Вот эти вот страшные, как их, люпины. Вереск посадили. Поливаем, посмотрим, тоже вырастет что-то, не вырастет что-то. Но этого недостаточно. Хочу еще... Вообще, я хочу, конечно, сюда какие-то кусты посадить, но здесь дятлы живут. Поэтому сомнительно, что что-то имеет шансы вырасти приличное. Потому что вот эта вот сосна, это просто страдающее дерево. Они там, кстати, вон, видите, в сосне, сейчас приближу, сделали себе кузницу. Они там орехи долбят. Ну и да, мы подсеяли здесь
семена травы. Посмотрим тоже, что-то вырастет, не вырастет. Эти вольеры, эти карастели, конечно, топочут сильно. Сильно топочут.